Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусные сырные вафли на завтрак. В подходящую емкость просеиваем 260 грамм муки. Добавляем пол чайной ложки соли и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Хорошо все перемешиваем и отставляем в сторону. В отдельной емкости соединяем молоко 500 мл комнатной температуры, 2 яйца комнатной температуры и 55 грамм растопленного сливочного масла. Хорошо все перемешиваем. Вливаем получившуюся молочную смесь к муке и хорошо перемешиваем. Должна получиться однородная масса без комочков. Затем добавляем 200 грамм любого натертого твердого сыра. Хорошо все перемешиваем и можно выпекать вафли. Наливаем небольшое количество теста в разогретую вафельницу. Готовим вафли до готовности. Сразу после готовности вафли кажутся слегка хрустящими, но в процессе остывания они становятся мягкими, поэтому их очень удобно использовать для бутербродов. С ними можно подавать яичницу, глазунью, разные овощи, намазать паштетом или какой-то другой намазкой. Также их можно использовать вместо хлеба к первым или вторым блюдам. Получается очень вкусно. Или просто выпив чашечку горячего кофе с молоком с этими вафлями. Попробуйте приготовить эти вафли, и ваши завтраки заиграют совершенно другими красками. Готовятся они очень просто, получаются вкусно. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и жду вас вновь на своем канале. Thank you.